А мы переходим к следующему произведению. В главной роли Алексей Чумаков. Хотите, верьте, хотите, нет. Но повадился как-то один злой дракон в одно селение наведываться. Каждый год, чтобы невесту воровать. И вот представьте, настал тот год, когда осталась всего одна невеста, а жениться надо. И душа замирала от такой красоты. Ну что, мамаша, невеста есть в селении? Ну, кому и кобыла невеста? Шутишь? Сейчас, к сожалению, нет. Ружье не хочешь купить? А на кое на мне? Я ж бессмертный. Ну, как знаешь, как знаешь. Оленька, доча, вставай, жених приехал. Постельная здесь? Ага. Так, ночная сексуальная. Все там, все там. Почем вы говорили ружье, женщина? А простите? Сейчас оно мне самой нужно. Ага. Ну, не будем тянуть кота за неизбежное. Совет нам да любовь. А у меня для вас сюрприз. Эротический танец. Давай. Раз, два, три, давай. Четыре. И? Стоп. Что вы... Женщина, зачем вы знакомство вот так вот с угроз начинаете сразу? Мамаша, у вас дома валидола нет? Отродясь не было. Странно. С такой дочерью просто залежи сердечных препаратов должны быть. Ну, посмотрите на ее фейс. Буренка на дороге. В смысле? Как что-то ляпните. Матушка Ольга Александровна, беда. Че беда? Че, без меня никак? Без вас вообще никак. Там больница наклонилась, поддержать надо. Вы знаете что, товарищ крестьянин? Пусть у нас государство больницы поддерживает. Продолжим. Конечно. Ну что, мы рассказы все рассказываем. Давайте уже и к делу приступим, мамаша. Поняла, ухожу. Угу. К чему это? Ну, давай собьем. То ну. Замок со старого амбара. Я не понял. Я говорю, давай запаркуем машину в гараже. Извините, что вы говорите? Я говорю, давай флешечку, говорю, отформатируем, давай. Давай, говорю, это, Аршавина в сборную вернем. Женщина, я понял, к чему вы клоните. Вы поймите, мы с вами вместе быть не можем. В природе же все давным-давно придумано, понимаете? Слоник, он же как? Он же живет со слоником. Бегемотик, он же как? Он же с бегемотиком. А собачка-то, она же с собачкой. А Чумаков-то он с красивыми женщинами, понимаете? Понимаете? Понимаю, но тут пока все сходится. Отпустите меня, пожалуйста. Больше никогда так не буду. Ой,
Вот лично я, значит, там, где царит несправедливость и беззаконие. Где беспредел. Попался, чудище поганое, тварь ты болотная. Попался, значит, жаба одноглазая. Женщина, по-моему, это к вам. Извините. Ты как хочешь, дракон, а Ольгу я тебе не отдам, понял? Это кто вообще? Это кто? Ты, Иванушка, дурачок, богатырь наш местный. Чё ты устроил тут, а? Чё припёрся, разорался тут? Так я... Подожди. Ты чё вот эту фигню одел, без шапки ходишь, опять бошку застудишь сейчас? Да. В больнице ходить к тебе. Да жарко. Жарко. Так я... Вы знаете... Товарищ дракон, когда его бить, будете аккуратно по печени. У него билирубин повышенный, сегодня камень шел. Всю ночь не спал. Да зачем ты при чужих? Ой, угомони. Ты хоть ел сегодня? А? Не время есть. Да сядь ты. Нет. Ой, горе ты. Ты знаешь, что ли? Угу. Выходи за меня. Ой, боже ты. Заживем с тобой по-человечески. А в аккурат под Новый год ты мне богатыря подаришь. О, ты ж машинку хотел. Че богатыря? Какого богатыря? Ну такого на батарейках, че. Ой, ешь давай. Вы, товарищ дракон, идите домой, наверное. Ой. Мы тут сами разберемся. То есть вы меня отпускаете просто так, да? Ага. Я... Дайте, пожалуйста, мне справочку какую-нибудь, чтобы я был здесь, что я там напугал деревню. Справку, мама. В жутком бою убил ну, и дайте, себя дайте, тоже. Давай, ага, давай, дайте ему справочку. Да. Значит, да. Пишите. Да. И махнул Иван дурак мечом. Да. И полетела голова дракона на сырую землю. На сырую землю. Грязь. В грязь. Хорошо, грязь. Простите, пожалуйста. Можно еще напишите, пожалуйста, знаете, что я огнем дышал, ха, и девок портил. Подожди, ты что, с ума сошел? Что? Это официальный документ! Да! Туда что угодно дописать можно. Вот так с тех пор на Руси появилась коррупция. Но зато никто и никогда дракона больше не видел. Спасибо большое. Это была главная роль Алексея Чумакова.